В дискуссии приняли участие дизайнеры, архитекторы, урбанисты и все те, кому не безразлично то, какой будет городская среда Сочи. Дизайн-код, как рассказали организаторы, это правила и рекомендации, с помощью которых можно сформировать стилистически единую, комфортную и безопасную городскую среду. Так, например, этот документ объяснит, как размещать в Сочи вывески, рекламу, какими и где должны быть киоски, уличная мебель и освещение. Это продолжение работы по формированию в Сочи единого архитектурного облика. С другой стороны, дизайн-код – это инструмент для уменьшения в городах визуального шума, в том числе от светящихся и мигающих вывесок в разных стилях или от хаотичной рекламы, закрывающей фасады зданий и не позволяющей увидеть историческую застройку. Это не только предмет архитектурного вопроса, но и экономического и психологического, потому как то, как выглядит наша среда, влияет на то, как мы себя в нем чувствуем. Есть определенные исследования, которые доказывают эти вещи. Добавлю, что важную тему обсуждали в рамках проекта «Умный город». Концепцию внедрят в Сочи в ближайшем будущем. Проект «Умный город» предполагает интеграцию всех коммуникационных и информационных технологий с целью эффективного управления городской системой.